у нас приняты меры социального дистанцирования, которые показали эффективность по всему миру. Соответственно, в парках люди могут вольно или невольно перемешиваться между собой. В чем эффективность социального дистанцирования? Было показано, что даже если у нас количество бессимптомных форм составляет 7%, то социальное дистанцирование снижает риск распространения инфекции в 150 раз. Давайте представим гипотетическую ситуацию, что мы открыли Петергоф, и на улице стало 25 градусов. Вы можете себе представить, какое количество народу захочет посетить этот парк? Они должны как-то добраться до этого парка. Соответственно, риск перемешивания людей, чего сейчас нельзя допустить, он тоже будет возрастать многократно. Поэтому, конечно, с точки зрения сдерживания данной пандемии, а в Санкт-Петербурге ситуация, к сожалению, не улучшается, а ухудшается с каждым днем, на сегодняшний день это решение является абсолютно правильным.